мы компания, которая представляет группу итальянских фабрик, мы называемся МК Групп. На рынке постсоветского пространства присутствуем около 15 лет. И в последнее время почувствовали в себе силу и возможность каким-то образом ориентировать итальянские фабрики в сторону русского вкуса, русских интересов. Одним из плодов такого сотрудничества стала линия кухонь на фабрике Ледой, которая до нашего содружества выпускала кухни, но исключительно на итальянский рынок. Большинство кухонь в новой коллекции Ледой связаны с именем московского архитектора, бывшего московского, он сейчас интернациональный, Андрея Веги. Вот здесь мы видим всю гамму его моделей, которые запущены в производство на Ледой. Но я думаю, что вы в дальнейшем увидите их живые и вспомните наш разговор. А в данной ситуации представлена одна модель, она называется «Quattrocento», и базируется она на металлической системе, которая постоянно сочетается с таким же рисунком, и здесь только примеры, с таким же рисунком в инкрустации, абсолютно аналог. И вот на этой игре между реальными полосками, металлом, и вот этими как бы деревом нарисованным происходит вся, так сказать, весь сценарий. Кроме того, эти кухни, они ориентированы на очень высокий уровень и дизайна, и технологии. Посмотрите, Путрести Фарведере, это одна из хозяев фабрик сеньора Джильола. Ланцани, вот видите, предусмотрено здесь все, вплоть до того, что можно спрятать сейф встроенный. Или же, кроме техники, здесь существует встроенный телевизор. Кухня чисто итальянская, но по наполнению она изобилует самыми достойными немецкими механизмами. То есть это та идеальная история, когда немецкая техника соседствует и сотрудничает с русско-итальянским дизайном. Видите, здесь внутри она отделана кожей. Вот образцы еще одной модели. Смотрите, как она потрясающе будет выглядеть. Вот. Мы ее сейчас как модель не привезли. Думаю, что этим мы обрадуем на следующий год. И приходите к нам, вы увидите очень много интересного.